В Черкесске состоялся республиканский турнир по быстрым шахматам памяти общественного деятеля и выдающегося спортсмена Владимира Куджева. Состязание стало важным мероприятием для всех, кто присутствовал и следил за развитием событий. Альбина Ламкова продолжит тему. Владимир Куджев – ветеран труда и почетный автотранспортник Российской Федерации. Еще он был шестикратным чемпионом России, мастером спорта СССР по гандболу. Игра в шахматы была любимой. В этом деле Владимир Нагоевич был лучшим и внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в Карачаево-Черкесии, говорят о нем его друзья. Он, знаете, он здоровый такой дядька за 2 метра, 120 килограмм, мастер спорта. Понимаете, он так ко мне относился, он тогда даже иногда обнимал, а у меня кости трещали. Такой мужик был, честный, порядочный, вот это, я хочу это еще раз подчеркнуть. Вот. Ну, я не знаю, там сейчас понимает или нет, вот советская закалка. Вот, он человек был из советской закалки, вот, я горд, что я его знал. Турнир состоялся по инициативе друзей и родственников при поддержке Федерации шахмат Карачаево-Черкесии. Проводится состязание во второй раз. Салаудин Газиев был одним из организаторов турнира. Однозначно мы благодарны всем тем, которые помогли для проведения этого турнира. Вот, и Хуранову, и Абрекову. Это частная школа вот, шахматная. Это два лучших шахматиста республики у нас. Вот. Они пошли нам навстречу, вот они его знали. Организация турнира по шахматам показала, что в нашем обществе есть высокий интерес к этой игре, что шахматы являются важной частью нашей культуры. Несомненно, такие мероприятия способствуют развитию интеллектуального потенциала нашей республики и страны в целом. Но у участников турнира есть переживания. Они ими и поделились. Шахматы, конечно, находятся в Карачаево-Черкесии в упадке. Особенно взрослые шахматы. Да, надо признать, что работа среди детей ведется. Это мы видим, но это только среди детей. На сегодня плачевное состояние с помещением шахматного клуба, по сути, не отвечает требованиям любых норм. И строительных, и противопожарных, и санитарных норм данный клуб, что нам выделили. Игра в шахматы – отличный способ проведения досуга и общения. Она позволяет людям разных возрастов и социальных слоев объединиться вокруг общего интереса и проводить время вместе. В виде спорта Советский Союз всегда занимал лидирующее положение. И большинство шахматистов были выходцы из Советского Союза. Поэтому мы, старейшины, любители шахмат, общественные организации, пропагандируем игру шахмат Республиканского шахматного клуба. Чёрс Чагов надеется, что проведение турнира по шахматам станет традицией в нашем городе и привлечет еще больше людей к этому увлекательному занятию. А самое главное, привлечет внимание к чаяниям игроков. Альбина Ламкова, Альбина Тимирова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.